Фонтан сразу стал топовой новостью дня. Оказывается, как это всегда бывает, неожиданно пришла зима и лопнула очередная труба. На этот раз повреждение произошло на тепломагистрали диаметром 600 мм. На место аварии в течение получаса выехали специалисты и свернули водное представление. Они обещают до утра полностью устранить все неприятности. Сейчас на месте происшествия трудятся инженеры. Одни устраняют причину, другие переключают потребителей на резервную систему водоснабжения. Померзнуть этой ночью придется нескольким десяткам горожан. Порядка 300 домов отключили от отопления.